В дни летних каникул Книжная палата Национальной библиотеки решила восполнить информационный голод школьников и провести их по необычной исторической выставке. Подробности в следующем сюжете. В гости к специалистам книжного дела пришли ребята из Чебоксарской гимназии номер 2. Оказывается, детское национальное книгоиздание берет свое начало с 1938 года. Тогда свет увидела первая книга для детей на родном языке. Сделанная по печатным меркам того времени, невзрачная на вид, она выполнила свою главную миссию, дала возможность читать на чувашском. Каждый день в гости приходят разные писатели. У Галины Васильевой много детских книжек. Творчеством она занимается с удовольствием. Когда пишу для детей или для подростков, я в это окунаюсь, в это поле деятельности. Мне это очень интересно. Я становлюсь сама таким, как бы, хулиганистой такой девчонкой становлюсь. И что-то такое получается, как бы подсказка идет, и я пишу. Сегодня в архиве Книжной палаты множество экземпляров детских книг, выпущенных в разное время в Чувашии. Каждый из них уникальна, хотя бы лишь потому, что является бесценным свидетелем времени, в котором тогда жила республика.